Федор, что мы сегодня с тобой будем делать? Печки. Печки и мучкает. Мы сделаем поделку из спичек, да? Наталья Зазыбина вместе с сыном Федором готовится ко дню спички. Этот праздник ежегодно отмечают в детском саду номер 325. Маленькому Федору всего 2,5 года, но он уже знает, для чего нужны спички. Вот так огонь зажигает. Когда есть серная головка здесь, да, об коробок зажигают. Малыш пока не может самостоятельно выложить дорожку и спичек для сказочного персонажа, поэтому ему помогает мама. Федор волнуется, так как знает, его снимает телекамера. Маленько сломал тут. Маленько сломал тут? Ничего. Мы сейчас все сделаем. Творческий процесс занял немного времени, зато сколько удовольствия принес нашему герою. Мама результатом довольна. Она уверена, ее сын не возьмет спички без разрешения взрослых. Есть достаточно много мультиков. Тот же «Кошкин дом». Вот показали наглядно, как вот к чему может привести вот, с огнем, если неправильно использовать эти спички, к чему это может привести? История создания спички началась в далеком прошлом. Еще в 8 веке известный химик Бертолли доказал, что пламя может быть результатом химической реакции. Первые же самозажигающиеся спички стали использовать в 1812 году. Сегодня, несмотря на появление зажигалок, эти волшебные палочки своей популярности не теряют. Если пожар, мы в какую службу звоним? 01. Молодцы, правильно. В детском саду номер 325 отмечать День спички – добрая традиция. К празднику воспитанники вместе со своими родителями изготавливают поделки. Среди них домики, колодцы, велосипеды, архитектурные сооружения и предметы быта. Катя Федюкович трудилась над своей башней несколько часов. Для этого ей понадобилось 2 коробка спичек. Мы сначала согрели клеящий пистолет. Потом начали спички разбирать, сколько нам надо. И начали вот эти полосочки, вот так квадратиками, опять высотой. Потом мы начали крышу делать. В этом детском саду правила пожарной безопасности дети начинают осваивать с 3 лет. О спичках и о том, для чего они нужны, знают абсолютно все. Спички нужны, чтобы разжигать костер, если будет ночь. Только при присмотре родителей. Можно только при взрослых разводить камина. Нельзя самому разводить, потому что можешь обжечься и случится пожар. А если нет огнетушителя, вызывайте пожарных. Номер 01. Если вы хотите рассказать своему малышу о спичках, то лучше всего это сделать в игровой форме. Так детям будет легче запомнить важную информацию. Спички!